Всем привет, дорогие друзья, с вами Тимка64, и я отвечу на парочку вопросов, которые мне задали в группе в Телеграм. Можете переходить, ссылка есть в сообществе. Вот моя группа в Телеграм, вообще мой канал в Телеграме, вот он, ваши подписчики, вот, закрепленный пост, тут можете ставить свои комментарии, точнее, свои вопросы. Будет еще около, не знаю, сколько будет частей, сколько вопросов, будет столько частей. Первый вопрос от бойфренда 301, у него есть три вопроса. Первый — это когда был создан твой канал. Мой канал был создан 15 мая 2020 года. Вот. Кто первый подписался на твой канал? Какой-то рандомный человек, я его не нашел просто, я не буду сейчас это переискивать, но какой-то чел. Я не могу ник назвать. Когда последний раз заходил в Майнкрафт? В Майнкрафт заходил я примерно последний раз недели 3 назад. Когда будут ролики по Майнкрафту? Вот это спорный вопрос, когда они будут. Я думаю, они будут где-то, ну, может, летом, там еще когда-то. Сколько лет имя? Меня зовут Тимур, мне 13 лет. Все. На этом пока что все вопросы закончились. Кто хочет, еще может написать вопросы. Еще будут пару частей, может не пару, может очень много частей. Всем удачи, с вами был Тимка64, еще раз всем удачи и пока.